Дорогие дачники, очень я понимаю ваше желание быстрее посадить рассаду и ваше нетерпение быстрее, как хочется посадить. Но надо все-таки хорошенько взвесить, подумать. Рано сажать категорически нельзя. Сейчас февраль, вот смотрим внимательно на пакетик. Вот в феврале перец. Сладкие, толстые щечки. Посадка в феврале. Баклажан белый тоже в феврале. Баклажан южная ночь. Фиолетовый тоже в феврале. Ну, можно еще таких найти несколько. Семян, которые сажаются на рассаду в феврале. Но все-таки торопиться не надо. Учитывайте световой день. Потом у нас идет март, уже томаты. Так что не спешите, внимательно читайте сроки посева на рассаду семян. Не спешите, потому что рано посадив рассаду, она будет вытягиваться, будет больная, ей будет не хватать света. Так что наберитесь терпения и все хорошо просчитайте.